Мы рекомендуем немедленно положить трубы. Прием. Привратник, это крепость. Повторите, вы пропадаете. Прием. Китайцы, канал к северу от озера. Не входи в канал. Не входи в канал. Вот зараза. Сэр, можно попробовать азбуку Морзе. Сигнал должен пройти четко. Нет времени. Эсминцы у нас на хвосте не будут делать паузу и ждать нас. Какой будет приказ, сэр? Включите радар, сонар и все имеющиеся сканеры, без исключения. Мне нужно знать, в какую жопу мы плывем. Ну что ж, всем привет. Мы продолжаем. Три самых худших часа в моей жизни. Не о таком возвращении домой я мечтал. Да, вот дальше. Высоты да. Боится. Плывет в смертельную ловушку. На крюк! На крюк! В порядке? Сырая крольчатина и сухой паёк. Желудок у меня крепкий. Вот зараза! Высаживаемся в зоне боевых действий. Бросить груз! Готовься! Пошел! 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 Побежали. Мы несколько полетели. Говорит крепость. Меня кто-нибудь слышит? Нас берут на абордаж. Повторяю, нас берут на абордаж. Они долго не выдержат. Мы можем высадиться прямо на палубу. Давай на палубу. Хоть одного убили, и то хорошо. СВДшка. Да тут просто до хера снайпера никакого. Слышь, да? Гребаный вертушка. Шу-шу-ба. Давай! Хрена не видно. Ядрен батон, я тоже так умею.
О, черт. Кто там у нас? Все? Ох, ёшки-кошки, мы заряжаемся. Так, винтовка это хорошо, но, блин. Что-то оно самое мощное. Лови гранату, чувак! Возила. Это крепость. На корабле против нужна помощь. Это ваш. Это вы, капитан Гэтс. Могильщик, на подходе силы противника. Надо уходить. Постарайтесь выбраться. Черт. Нас офицеры ищут. Ох ты, блин, зачем же я спрыгнул, а? Это что случилось? Чё-то я не понял, от чего я умер-то, а? Осторожнее. Честно, я не понял. Да достал ты нахрен. Подожди, я перезаряжусь. Это крепость. На корабле против. Нужна помощь. На подходе силы противника. Надо уходить. Постарайтесь выбраться.
А сукин сын? Вот так! Так, только не помрём, что ли? Блин, ну вот это сила. Где кто? Кого стрелять? Живучий, зараза. Теперь тоже туда же. Я не понял, как с ними разбираться. Что ж ты мажешь-то? Ну-ка. И ёшки-кошки. Помрём мы. Раз внутри пошли спасать. Учились, учились эти вертолеты. Вниз, еще на один уровень вниз. Ну, ниже некуда. Давай, открывай. Могильщик снова в строю. Сукин сын, мы думали, что ты мертв. Да уж, черт. После того, как вы меня бросили. Дядя, он живой? Ты еще с нами? Круто. Цинзе в безопасности, я отведу вас к нему. Сержант Поковский, что делать с беженцами? Морпехи, оставайтесь с ними. Могильщик отправляется в медотсек.
Я за тобой, сержант. Е-е-е. Топать. Осторожнее на поворотах! Эй, парк! Что произошло в Сингапуре? Как ты выбрался живым? Эти суки хотели меня отравить, но я свалил нахер. Больше не спрашивай. Интересно, с чего это ты материться начал? А ты попробуй проползти 1000 метров по канализации с дырой в животе. Да уж, ближе к аду вряд ли будет. Со мной, Рэп. Атакуем одновременно. Открывай дверь. Это за мной? Люди Чана? Возьмите. Мы должны вытащить вас отсюда. Я сложил оружие, капитан. Мои братья меня не убьют. Может быть, я не совсем ясно выразился? Ваши братья считают вас мертвым. Вы такая же цель, как и мы. Вас приказано найти и уничтожить. Значит, они должны увидеть меня. Узнать, что я жив. Они забудут о своем задании и сложат оружие. Пусть мы посмотрим, что будет. Да. Это была шутка. Ирландец, Рекер, прикрывайте дверь. Я серьезно. Если мы будем драться, все кончено. Я сам открою дверь. Я не пущу вас. Послушайте меня. Они убьют вас, как только ворвутся сюда. Вы живы только благодаря этой двери. С такой травмой ему вообще нельзя подниматься. Эти разговоры – последствия сотрясения. В этой комнате я невидим. Я уже мертв. Мы все мертвы. Если я не могу показать свое лицо и обратиться к своим братьям без страха, то я проиграл. Я не знаю, где я. Откройте дверь, сержант. Не делай этого. Блядь, не вздумай. Полно китайских солдат. Они знают, что это он. Они сообщат всем. Это Чан. У них военный корабль к северу от нас. Ах, он сукин сын. Хочет похоронить правду и всех людей вместе с ней. Мы можем нанести удар. Нет, у нас ничего не осталось. Даже С-4? С-4 у нас хватает. Только что, черт возьми, мы с ней будем делать? Дайте мне надувной катер и весь оставшийся запас С-4. Вы это серьезно, ирландец? Да. Так точно, сэр. Хорошо, Пак. Покажи им. Рекер, ирландец, идем со мной. Ханна, ты в этом уверена? Чи-чи. И сэнти чэнкам. Бог в помощь. Так, ну пойдемте. Слушайте сюда. Загрузить катер С-4 и готовить какую-нибудь поживее. Никаких извинений, мы уже в пути. Потрясающий. Он всегда так питается. Обратненько. Ты точно за ним не замок? Я замок.
замужем за тем, за что он сражается. Гана, тебе никогда не хотелось, чтобы все было иначе? Хотелось бы. Но за это нужно сражаться. Ты злой человек, Гана. Ты не с нами, Пак? Останьтесь в живых. Это приказ. А вы держите Валькирию на плаву до нашего возвращения. Ура! Ну что ж. Я! Твою мать! Поехали быстрее! Еще одна хреновая идея! Здоровье быстро. Живой? Вот это кораблик. Посмотри, да? Какой красавец хороший. Мы вне зоны видимости. Приготовиться. Китайцы умеют удивлять, однако. Вам? Одна взрывчатка раздолбает весь корабль. Что-то как-то. Не волнуйся. Они довольно крепкие. Ну да, конечно. Сделано в Швеции. Ну да, сразу полетело. Поехали. Доложите обстановку. Прием. Нам кранты, так что взрывайте все к чертям. Хан, нажми на кнопку. Красный! Что-то не так. Соединения нет. Ну, как обычно. Блять, а ну отдай. Опять надо вниз лезть. Что ж, спуститься нужно только одному из нас. Рекер, у тебя еще остались заряды С4? Хорошо, дай мне. А почему не мне? Я не дам рисковать тебе жизнь. Я ведь ирландец, помнишь? Безунчик. Ну уже, Рекер, давай сюда, Рекер. Рекер, я каждый день рискую жизнью за свою страну. Дай мне заряд. Своей стране ты нужна живой, Ханна. Никуда ты не пойдешь и точка. Давай, Рекер. А если я сам хочу... Пока мы спорим, Дзинзейсен. На, короче, ирландец, газет. Ты у нас счастливчик так. Жми на кнопку, Рекер. Ух ты, полетел. Установил. Все готово. Давай, Рекер, жми кнопку. При взрыве он погибнет. Черт возьми, могильщик, взрывайте этот корабль. Ну а что делать? Погибнет живучий засранец. Мы прошли все. Игрушка прикольная. Ставьте лайки, если вам понравилось.
видео. Когда-то я любила ходить в горы. Всем удачи. У них тихо и просто. Пока-пока. А у меня был дядя. Дядюшка Джо. Вот он-то и научил меня всему, что связано с походом. А я думала, ты был городским мальчиком. Ну да, до мозга костей. Вот мой дядя не был городским. Родом из Каролины. Уехал оттуда давным-давно. А где он сейчас? Не с нами. Мне очень жаль. Да, но что тут, блядь, поделаешь? Нужно жить дальше, так? Стараться беречь то время, которое у тебя есть. Мы теряем многих любимых людей. Слишком многих, слишком рано. Иногда я думаю, что лучше всего этого избегать. Быть проще, понимаешь? Мне так не кажется. Сохранил или потерял, нельзя жалеть. Никаких сожалений. Давай, Ханна, скажи, никаких сожалений. Никаких сожалений. Да, именно так, черт возьми. Именно так, никаких, блядь, сожалений. Без сожалений, никаких, блядь, сожалений. Другой разговор.